С прошлого года Карачаево-Черкесия, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. В регионах утвердили схему сбора и утилизации мусора, определили отвечающие за это компании, так называемых региональных операторов. Но параллельно с этим заметно выросли тарифы на вывоз мусора для населения, что не могло не обеспокоить жителей региона. Но теперь расчеты на вывоз ТБО меняются в другую сторону. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики были проведены замеры по всех населенных пунктах Карачаево-Черкесии с целью изучить реальное образование отходов, размер реального образования отходов. В результате этого население, нормы накопления для населения сельской местности, они у нас несколько снизились. К примеру, плата за вывоз мусора для жителей поселка Орджоникидзевский станет на 45 рублей меньше. Основная причина то, что сельские жители выбрасывают меньше мусора по сравнению с городскими. Хотелось бы донести до местных жителей, что пока как бы глобальных понижений цен нету, но все средства будут им возвращены, будет сделан перерасчет. В целом мы все этому очень рады. В поселке стало намного чище, мусор убирается вовремя. Для нас это очень важно. Самое главное, это чтобы жители были довольны. Сами жители поселка изменениям в оплате за ТБО очень рады. Убирают нормально. Чище стало. Ничего-то плохое не могу ничего сказать. Понимаете, я сижу в магазине, вижу все, ходят дорожники, убирают. Вот они мусор теперь через день, каждый день вывозят. У нас хоть тут стал порядок. Ну, нам пообещали ограждение сделать для мусора. Они сделают. И я им верю. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.